Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Как заявил белорусский лидер, главными направлениями дальнейшего роста экономического сотрудничества наших стран должны стать промышленность, строительство и инновации. Восстановлению товарооборота также могут способствовать поставки в Татарстан белорусской пассажирской, грузовой, коммунальной и дорожной техники, в том числе работающей на газомоторном топливе. В центре внимания также нефтегазовая отрасль, в частности, Александр Лукашенко предложил Татарстану услуги компании «Беларусьнефть», которая имеет хороший опыт разведки и добычи в других странах мира. Депутаты Палаты представителей сегодня на заседании закончат формирование постоянных комиссий. Парламентарии планируют избрать заместителей председателей всех 14 комиссий. В связи с избранием в парламент от занимаемых должностей освобождены заместитель министра юстиции Алла Будок и заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Людмила Нежевич. Новый состав парламента сконцентрируется на законопроектах в экономической сфере и укреплении межгосударственных связей. В Доме картины открылась выставка работ Марины Копиловой. В экспозиции графика и скульптура под общим названием «Альфа». Однако вместо воплощения художественного смысла первой буквы греческого алфавита на работах изображена женщина. Сюжеты библейские с отсылкой к мифологии. Громкое название «Альфа» резюмирует женские образы за 10 лет.